Так, раз-раз-раз, с вами Лилия Донскова, всем привет! Сейчас мы будем делать первый заказ по каталогу номер 13. Я вам покажу, что я закажу из этого каталога в первом заказе, и заодно покажу, как правильно размещать заказ. Когда мы заходим в личный кабинет, как видите, я уже у себя здесь, то есть в первую очередь вы смотрите то, что здесь в новостях. И у нас сейчас стойкий вау-эффект. Акция, я ее уже скачала, поэтому я вам ее... прям покажу. Вот она. Вот это акция. То есть мы смотрим, какие здесь предложены продукты. Вы можете это все заказывать, включая в свой обычный заказ. И помните, что от этих цен отнимается еще 20%. И что здесь очень круто, это два парфюма женских, Eclave Femme, очень популярный аромат, всего за 899 рублей. Очень крутое мыло, мне очень нравится, как оно пахнет, такой подарочный вариант. Дезодорант, но этого у меня очень много. И детская зубная паста. Вот знала бы, не брала, но в прошлом каталоге набрала этой пасты полным-полно. Так, закрываем. Если ничего не нужно из вау-эффекта, вы просто открываете каталог и, начиная его листать, добавляете в корзину все, что вам нужно, то, что вы хотите себе заказать. И в первую очередь я смотрю сразу то, что себе. То, что для клиентов у меня уже выписано в тетрадочке, я потом добавлю просто коды или по ходу буду добавлять. Вот у меня тетрадка. Вот, что здесь очень крутое, ну, конечно же, тональная основа, но я себе столько набрала тоналчик, что, пожалуй, пока что воздержусь, хотя, конечно, хочется попробовать новинку, ну, может быть, и нужно попробовать. Смотрите, как выбираем, есть оттенки холодные, теплые, нейтральные. Нейтральный – это слоновая кость, он подходит под любой цвет кожи и будет хорошо смотреться зимой. Я всегда, в принципе, беру слоновую кость. Но здесь есть еще интересный холодный фарфоровый. Это для бело-белокожих прям. Есть холодный бежевый. То есть он не даст рыжины, да, будет такой прям ух, классный оттенок, натуральный. Но вот мне очень нравятся два оттенка. Это теплый ванильный и теплый нюд. Вот, скорее всего, теплый нюд, он будет вообще великолепно выглядеть, потому что вот слоновая кость, он мне дает сероту немножечко, а этот такой более живой, интересный оттенок. Давайте попробуем. Быстрая покупка. Выбираем цвет теплый ванильный, теплый нюд. Вот мы его отметили. А что-то не проматывается. Нажимаем кнопочку. И вот он у нас добавился в заказ. Все, он уже в заказе. Закрываем, листаем дальше. Кисть я вам очень рекомендую взять, но так как у меня кисть есть, поэтому я пропускаю ее. Но я тоналку наношу только кистью. Здесь у нас туши. Кстати, тушь у меня заказали. Поэтому я ее сразу добавлю. Быстрая покупка туши. Одна штука, кладем в корзину. Хорошая цена, кстати, на тушь. Всего 299 рублей. Тушь с пушистой кисточкой. Кто любит такие кисточки, то, конечно же, для вас это просто чудо. Так, парфюмы пропускаю. Ага, вот мы добрались до того, что я очень-очень хочу. Конечно же, это я себе буду брать. Итак, первое, что мы берем? Солевой скраб. Питательное крем-масло. Так, быстрая покупка. Надо подождать немножечко, а то, говорит, вы торопитесь. В корзину. Далее. Увлажняющее масло для тела. Быстрая покупка. В корзину. Так, на этой страничке все. Двигаемся на следующую страницу. Перелистнул очень быстро. Так, здесь. Что у нас здесь? Давайте посмотрим, какие тут продукты. Так, расслабляющее средство для ванной. Берем в корзину, закрываем. Далее пенящееся масло для душа в корзину. А, кстати, шикарные вот эти рукавички. У меня две штуки. Я их сразу одеваю на две руки и пользуюсь ими. И обязательно возьмем попробовать новенькое мыло. Кстати, мыло. Какой у него код? Не вижу код. Ага, вот оно. Мыло тоже кладем в корзину. Закрываем. Двигаемся дальше. В этом заказе нужно будет умудриться вместить 150 баллов. Так, две помады. Это под заказ от моей клиентки. Быстрая покупка. И тут выбираем цвет.
ванильное небо, две штуки в корзину. То есть, что под заказ мы заказываем в первую очередь. Так, здесь пропускаем. Так, здесь она мне заказала, тоже клиентка, помадку. Прохладный розовый в корзину. Закрываем. Так, быстренько смотрим дальше. Ох, сколько здесь шикарных помад. Как мне понравилась эта тушь. Вы знаете, первое время я к ней привыкала. Это новинка 5 в 1 XXL. Но вот я все думала, нет, все-таки 5 в 1 классическая лучше. Но потом я настолько к ней приспособилась и привыкла, что теперь я понимаю, что она действительно крутая. И стоит ее брать, даже не раздумывая. То есть я теперь буду брать так. Какая тушь идет по акции, по выгодной цене, то я и буду брать 5 в 1 или 5 в 1 XXL. Из этих тушей я обожаю вот эту с эффектом театральных ресниц. Очень классная тушь. С эффектом накладных ресниц. Мне прям она очень-очень нравится. Так, здесь на этой страничке роскошный корректор для бровей. Девочки, берите обязательно, потому что этот корректор самый лучший. И очень мне нравятся подводки. Я вот пользуюсь постоянно. Черная мне, синяя и золотистая. Очень удобные кисточки, классно наносить. И надолго-надолго хватает. А вот теперь моя любимая палетка маскирующих средств. Я взяла себе самый светлый и прям планирую в ближайшее время записать видео, потому что это самая лучшая палитра, которую я пробовала. Она действительно маскирует настолько качественно и плотненько ложится. По сравнению со всеми другими корректорами, консилерами и так далее, она выигрывает. То есть она лучше всех. Кстати, базу под макияж была очень крутая. Так, масло я, пожалуй, оставлю во второй заказ. Это мне не срочно. Так, что-то здесь еще. Угу, здесь у нас. Ух ты, шикарное предложение. Посмотрите, пудра всего за 559 рублей. Так, и у меня заказали карандаш для бровей 33092. Это значит у нас светлый оттенок. Где у нас карандаш для бровей? Быстрая покупка. Оттенок пепельный. 33092. Отлично. Это у нас под заказ. Закрываем. Двигаемся дальше. Что-то у меня мышка перелистывает больно быстро. Так, здесь у меня все есть. Очень рекомендую сыворотку для непослушных волос. Она также разглаживает все кончики, немножечко их склеивает, чтобы они не топорщились. Так, здесь с этой странички у меня под заказ лосьон. Быстрая покупка в корзину. Тоже девочка у меня попробовала и заказала. Потому что я вообще этой серией полностью пользуюсь, тем более по таким ценам, не отказывать себе. Посмотрите, какой объем 500 мл пены для ванн я использую как гель для душа. Шикарно пенится, мне очень нравится аромат такой, ну, нестандартный. Так, это все пропускаем, пока wellness есть, запаслись. А, вот у меня теперь дилемма, что брать с 50% скидкой, я даже не знаю. О, я только сейчас об этом вспомнила. Так, здесь масло чайного дерева. Нам нужно 4 штуки. 4 штуки. Это все под заказ. Раз, два, три, четыре. Ну, пусть будет 5. Если что, немножечко уберем. Потом закрываем и листаем дальше. Листаем дальше. Так, что-то 2 раза листнулось. Так, пошло украшение. Ох, ну я даже не знаю, может, какую-то сумку взять с 50% скидкой. Так я все-таки соблазнюсь, наверное. Даже не знаю. Мне все так нравится. Ладно, пока я подумаю, надо запомнить. Это на страничках. Сейчас. 82-83. Может быть, мы сюда еще вернемся, потому что вроде как wellness не проходит с 50% скидкой, а я привыкла все время брать wellness на эту скидку. И сейчас немножечко даже зависла. Что же делать? Что же делать? Так, мужского у меня в заказе ничего нет пока. Обычно мужское все заказывают к Новому году, к 23 февраля, ко Дню влюбленных, а сейчас маленький такой, это как затишье. То есть Миша пользуется серией Novage, мужской очень ему нравится. Конечно же, я не могу пройти мимо этой водички. Сейчас закину 2 пока. Ну, думаю, буду брать больше, потому что по такой цене это один из моих любимейших ароматов. У меня дочка его обожает, просто обожает. Так, что-то мы здесь пропустили.
медленно грузится. Ну, вы видите, сколько у меня открыто вкладок. Да, все нужно, работаю параллельно, все дело. О, как я люблю этот аромат Зеван. Кстати, здесь указано, что сердцевина малинка. Я чувствую клубнику. У меня нет вот этого аромата малины в носу. Я прям чувствую клубнику с грядки. Вот что я хочу. Это пробник. А как его заказать? А его тут нету? Нет. Пробник, наверное, отдельно. А вы знаете, если здесь нет чего-то, что вы хотите заказать, значит, нужно просто выписать код. Закрываем. И потом укажем в форме быстрого заказа. Так, код 32, ой, 34. Сейчас закажем. 34 294. Это пробник. Надо будет прям взять несколько штук. Мне кажется, это будет бомбический новый парфюм. Такой дорогой, такой роскошный. Так, здесь у меня заказали блески. Сейчас помню. Роза фуксия. Роза фуксия. Сейчас мы их найдем. Так, это какой у нас? Роза в корзину. И какой у нас фуксия? И фуксия в корзину. Так, видите, тут клиенты пишут. Сейчас посмотрим, что заказывают еще. Так, а мыло есть по акции? Есть. Конечно. Смотри, уже новый каталог. Так, закрываем. Кстати, мы же можем отправить сразу ссылку на каталог. Вот так вот. Я уже делаю заказ. Поторопись. Вот так вот вам сразу на ходу. Вы смотрите, как я принимаю заказы. Так, дальше двигаемся. Помады нет в заказе. Этого тоже нет. Этого у меня нет. Этого тоже мне не нужно. Тут что у нас? Кстати, прикольное предложение. 99 рублей за гели. Просто это действительно такая выгодная цена. Так, вернемся назад. Мыло. Так, вот мыло, по-моему, мне заказали. Какой у него код? Да, мне заказали их 5 штук. Я, конечно же, возьму себе парочку попробовать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Давайте пока одно, потом еще добавим. Я боюсь, что я уже за рамки заказа выйду. Так, крем для рук обязательно берем. Где его взять? Крем для рук. Ну, пока три штуки закину. Очень люблю этот крем. Я считаю, что он просто самый лучший. Так, и это еще не все, потому что мне еще кое-что заказали. А каталог закончился, да? Кстати, здесь такое выгодное предложение. Вот с мужскими вообще просто такие цены. Вау, вау, вау. Просто невозможно устоять. Так, ну ладно. Сейчас добавляю сразу то, что мне нужно. Я просто нажала на кнопочку «Быстрый заказ». И сейчас вручную напишу то, что мне заказали еще клиенты. 34 289. Три штуки. А, это «Золотое сияние». Так, это я добавила, это добавила, это добавила. Так, пробник надо добавить. 34 294. Возьмем прям три штучки. И еще я беру себе подарок. Хочу взять кейс белый, бьюти кейс за 199 рублей. Очень хорошее предложение. Мамочки, мне страшно смотреть, сколько у меня будет баллов. Так, а что же взять со скидкой 50%? А, помогите. Я попробую wellness, вдруг пройдет какой-нибудь. И я все-таки хочу попробовать. Так, ну сначала мы вот так нажимаем. Надо посмотреть, сколько баллов. То сейчас, может быть, придется делить. 170! Да, придется много чего убирать, потому что, ну, по-другому никак. Кстати, заметила, что премьер-клубы стали класть 10 каталогов всего за 199 рублей. Это очень круто, очень выгодное такое прям подспорье в бизнесе. Так, что же нам взять с 50% скидкой? Давайте пробовать. Пробовать wellness-продукцию, хоть, может быть, хоть что-то пройдет. Я не знаю, что. Я попробую сейчас взять женский wellness.
А вы выбираете, конечно, то, что вы себе хотите, потому что, ну, если вы видели обзор моей коллекции сумок, то, конечно же, мне бы не хотелось сейчас брать еще одну сумку, потому что это слишком уж... Нет, не проходит такой баланс. Давайте попробуем вот отдельный, то, что в баночках. Может быть, пройдет омега отдельная. Может быть, хотя бы батончики. Давайте попробуем. 25. 385. Я бы взяла батончики или омегу. Опять нажимаем пересчитать. Кстати, скоро у нас будет новая обновленная версия, как размещать заказы. Нет, ничего вообще wellness не проходит. Все, я в печали. Я просто ничего не проходит. Что же брать? Я еще пробую. Нутрикомплекс, может быть, пройдет. Ну, хоть что-то. Должно же получиться. Нет. Нет, нет, нет. Я не знаю, что делать. Ладно, я подумаю над этим. Я хочу посмотреть спецпредложение онлайн-магазина. Что-то здесь должно быть интересное. Так, это у меня есть, это есть, это есть. Лавандовый, перламутровый. Мне не нужен такой цвет. Ух ты, кстати, часы розовый жемчуг всего за 1500. О, шикарное предложение. Так, это мне не нужно. Скраб я теперь буду выписывать новый. Это не нужно, не нужно, не нужно. О, кстати, очищающая маска для лица очень даже нужна по такой цене. Почему две? Куда вы делись? Маска одна. Так, дальше. Колечко. Ой, у меня есть такое кольцо, оно шикарное просто. Бальзам клубника 79 рублей. Девочки, огонь, просто огонь. Перламутровый беж. Это у меня есть. Пудра не нужна. Это невыгодно. Еще малина. Ну, короче, что я хочу сказать? Ничего больше меня не заинтересовало. А вот маска, она просто действительно нужна. Так, сейчас пересчитываем. Пересчитываем заказ. И я останусь подумать, помечтать, что же я сейчас немножечко уберу, немножечко добавлю что-то по премьеру. Я просто пока не знаю, что я буду брать с премьер-клуба. Это такая дилемма просто. Огонь. Ну, кстати, смотрите, бьюти-кейс прошел за 199 рублей. Класс, класс, класс. Так. Так. Что-то надо будет убрать, что-то добавить. Вот. Как завершать заказ? Сейчас покажу в двух словах. Кстати, смотрите, сумма заказа уже 7600, и со скидки списывается 4390, то есть к оплате всего 3200, а заказ-то 77 баллов. Не маленький заказ, так скажем, огромный. Как выбираем способ доставки? То есть набираете здесь сначала. Куда? Сервисный центр, пункт обслуживания, пункт выдачи Pickpoint или курьерская? Я беру курьерскую, вы свою. Обязательно выбирайте город. Если в вашем городе есть курьерская доставка, то при заказе от 4000 по дистрибьюторским ценам вам заказ привезут бесплатно. То есть, видите, у меня доставка бесплатная стоит. По нулям. Вот. Вообще бесплатно. Если заказ меньше 4000, доставка будет стоить 200 рублей. Но опять же, убедитесь, что в вашем городе есть доставка. Посмотрите. Если доставки курьерской нет, выбирайте сервисный пункт обслуживания. Выбирайте свой город. Здесь вписывайте обязательно. Ну, любой, да, я сейчас поставлю. Выбирайте свой город. И потом выбирайте пункт выдачи. Вот в этом случае один только пункт. Ну, не очень удачно выбрал. Надо было побольше что-то. Не знаю, какой город. Давайте Саратов выберут, и все. Это все-таки мой город Саратов. Я его знаю. И вот смотрите, вы смотрите, вам открываются адреса, и вы выбираете тот, который вам ближе к дому, и его выбираете себе. Вот, например, выбрали Московская 107. Все, доставка у нас 93 рубля. Доставка колеблется от, ну, от примерно в пределах 100-200 рублей, в зависимости от удаленности, она
там регулируется. И все. То есть доставка добавляется к общей сумме заказа. Но я сейчас заказ завершать не буду. С вашего позволения посижу, подумаю, что взять со скидкой 50%. А вы увидите, это будет вам сюрприз в обзоре, который я уже буду снимать в среду. При получении заказа вы узнаете, что же я себе заказала. Желаю вам вкусно, классных покупочек. До новых встреч в наших видео. Подписывайтесь на канал. Задавайте вопросы в комментариях, если есть что-то, да, что-то не понимаете или что-то интересное. С удовольствием все вам отвечу и расскажу. До новых встреч!